Автомобильный клуб «Харьков» провел сразу две гонки – вторые этапы чемпионата Украины и национальной гоночной серии по скоростному автомобильному слалому. На этот раз харьковские команды не смогли похвастаться победой. Зато праздник был на Черкасской улице. Я рад, что команда автомобильного клуба «Черкас» заняла первое место в двух зачетах. Меня это не может не радовать. А вообще, чемпионат Украины уже прошел второй этап. И все достаточно удачно складывается. Целую коллекцию побед в различных классах собрал в индивидуальных зачетах киевлянин Максим Шильков. Ну, я в восторге. Ну, 6 раз выходить на подиум – это рекорд в моей жизни. Я еще ни разу так часто не выходил на подиум за одну гонку. Всего же в соревнованиях принимали участие 35 автомобилистов из Киева, Черкас, Полтавы, Ахтырки и Славянска. Практически все участники – ведущие украинские автогонщики. Чемпионат Украины и чемпионат Украины – это сильнейшие гонщики Украины, которые показали сегодня великолепные машины, великолепное вождение. Третий этап национальной гоночной серии состоится через месяц. Виталий Лапскир, агентство телевидения «Новости».